Доброе утречко, всем привет, собираемся. Все? Так Алине, да? Алине. Закончился наш отпуск? Да. Домой хотите? Нет. Нет? Хочу. А, надо. Классная футболка, да? Посмотри сзади. У нас час собрать вещи. Малышня не хочет вставать. Спят. Я уже все собрала, подготовила. Сейчас мы пойдем на пляж. Ну, в общем, мы весь день до самого вечера проведем на пляже. А потом поедем домой. Вчера забыла посушить полотенце. Приехали, все, сразу спать легли. Главное, ничего не забыть. Папа уже пошел выносить мусор. Тут у нас остались кое-какие продукты. Мы с собой возьмем. В дороге будем кушать. Такие вот сухарики тут. Там печенюшки. Все, Бонни, собираемся домой. Почти все вещи собрали. Сейчас папа придет. Идет, папа. Отнесем все в машину. И потом... Девчонки, проверяйте все хорошо, чтобы под кроватями ничего не было в шкафу. Проверяем. Да, еще нужно сувениры купить обязательно. Так, полотенчики уже высохли. Сейчас мы пойдем покупаемся. Проблема в том, что на пляж нельзя с собакой. Поэтому мы не знаем, как нам быть. Мы не можем целый день на пляже посидеть с собакой. Погодка хорошая, солнышко. Наслаждаемся последний день. Так, купальник твой высох? Почти, чуть-чуть осталось. Сейчас быстро высохну. Ты не разомзор? Да. Папа, ты мастерского отошли. Все. Sun is gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body all so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. Мы пришли на пляж, в этот раз с Бонни. Так вот она будет сидеть в тенечке. Сели подальше от всех немножко. Да, но мы ее будем держать, чтобы она по песку не ходила, нигде не писила. Да, Бонь? Все, можете идти купаться? Ты купальник надела? Надела бы купальник. Время 11:23, полдвенадцатого почти. Вот в это время нужно наносить крем обязательно, потому что солнышко сейчас будет очень сильное. В обед оно вот так вот наверх посерединке становится, и оно очень сильно печет. Новость, утопили телефон мой, то есть я утопила. Карточку не потеряй, Макс, достань. Утопила телефон, пошла снимать девчонок. А я еще хотела с собой камеру взять. Там все вещи, видео. Да, тут много фотографий, там видео как раз поснимала. Ну не знаю, может быть еще это включится, нужно его в рис положить, как насколько я знаю. Вода. Не знаю, будет, не будет работать. Жалко, там много чего. Сейчас как раз я поснимала для клипа для нашего. Я не знаю, как теперь оттуда достать видео. Собираемся. Мы решили в Барселону поехать. Погулять немножко с нашими друзьями. И домой. Судик. Бонни нужно выгулить. Нужно ее покормить. Че? Она тут закопала вкусняшку. Ее папа едал. Вот это. Ты закопала вкусняшку? Она ртом там копала. Бонни, ты чего делаешь? Нельзя. Что, телефон не работает? Нет. Давайте, а то мы уже опаздываем. Мы хотели в 3 часа выехать, а уже 4. На час позже. Опять в Барселону. Там пару-тройку часиков погуляем. Завтра мы приедем, получается, в субботу приедем где-то, наверное, часов так в 10.
9 утра. Да. Часов 9-10. Что так я думаю? Да, нужно поехать за продуктами, потому что у нас дома вообще пусто. Ничего нет. Ну, как раз приедем, мы успеем. Часика, в 9 часов домой поедем. 9. Чтобы вы ночью спали, да. Так дорога быстрее. Тогда мы в 9 приедем. Домой, да, где-то часов 9 приедем. Утро. Потому что если мы в Барселон домой так поедем, то нам... Там быстрее, да, там 9-10 часов где-то ехать. Опять оплачивать, опять платить. Так, где-то 5 раз. Пока доедешь до Барселоны, там сколько раз нужно заплатить за дорогу? 2 раза. Не хочет монетку кушать. Все? Поехали. Адрамир. Ой, листок улетел. Так, все, мы приехали. Садат, кстати, не знает, что мы здесь. Она думала, что мы уже уехали. Сюрприз будет. Здрасте. Мы никуда не уехали пока что. Ну все, все. Загоняли. Попугайчик улетел? Да. Тут попугайчик зелененький был, среди них один. Так много их. Сейчас мы поснимаем еще несколько кадров. И все. Ну, поехали, 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 поехали. Ну не ломай ее, цветочки. Красивые цветочки. Не порви себе ноги и штаны. Хорошие нам дороги. Когда будет, наверное, уже утро, будем дальше снимать. Сейчас мы будем, наверное, спать. У нас экстренная остановочка. Каролина проснулась, что-то у нее то ли ножки, то ли спина заболела. Пришлось остановиться, немножко прогуляться. Бонь, где твой поводок? Я тебя выгулить хочу. А, Бонюсь? Уже скоро солнце будет вставать. Так, мы уже во Франции едем, да, кстати. Это Франция уже. Холодно. Ой, прохладно. Прохладный ветер. Я чувствовала, что мы едем, и у нас машину ведет в сторону. Ветер сильный на улице. А тут всегда так. Тут есть одна дорога во Франции. И очень сильно ветер дует. Уже светло. Солнышко встало, мы часик поспали. С 5 часов до 6. Папа отдохнул. И теперь мы поедем домой. Поедем. Маргоша поменялась с Каролиной местами, теперь Каролина тут лежит. Все, поехали. Дальше нам еще ехать. Где-то почти 3 часа нам ехать. Боня хорошо себя чувствует всю дорогу. Не укачивает. Мы приехали. Мы в Швейцарии. Проехали границу, все хорошо. Никто ничего не проверял. Не останавливали, не проверяли ничего. Проехали, и нам осталось ехать где-то 2 часа 40 минут, и мы будем дома. Все уставшие. Папа тоже уставший. Я даже сумки разбирать не буду, сразу спать. Ну, ты же сказал, что нормально.
за продуктами поедете? Да, у нас продуктов нет. Что придумать? Быстренько, наверное, что-то на пути купить надо будет. Бонни всю дорогу едет и клюет. Вот так вот она едет, раз, и это. Мне что, плечи нормально поспать? Нет, она клюет, сидит. Что, мы приехали в Швейцарию, и Швейцария нас встречает таким вот дождиком. Чудесная погода просто. Ну вон Бонечка устала, она спит. Не трогайте ее. Это Жанетта. Жанек, кушать? Ты босиком идет. Все босиком идут. Сломал хвост крокодила? Ничего страшного. Папа ключи. Открываем. Ух, мы дома. Наконец-то мы доехали. Ой, как выросла. Ну-ка. Ой, тут. Она выросла, но она, видишь, легла. Нет, ну тут, смотри, тут же было коротко. Угу. Все нормально. Все целое, ничего не улетело. Заросло, конечно, все. Заросло. Как на улице холодно. 19 градусов на улице. Что у нас там есть покушать? Я пиццу оставляла. Мама! Пицца должна быть. Да, пицца у нас есть. Сегодня 17-е. Всего 17-е. Вот сегодня последний день, как раз нужно съесть. Я сейчас приготовлю. Давай. Съездили мы в магазин, закупились. Немножко так по мелочам купили продуктов. Так, я сейчас буду разбирать вещи все ваши. То, что нужно стирать, все сумки. Ты видела? Уже можно сажать. Ну сколько я уснула? Да, я где-то в час, в два, да, уснула. До 6. Ну вы-то в машине спали, там это мы с папой не спали в машине. Вы когда ехали, всю дорогу спали. Хомячков мы заберем попозже, может быть, завтра или послезавтра. Можно, можно сегодня забрать, без разницы. Не, уже 8 часов поздно. Ну и что? Завтра их не будет дома? Можем в понедельник забрать. Почему их завтра не будет? В гости они едут, и мы тоже уезжаем. А это? Я сейчас буду разбирать сумки с одеждой. Машину уже все принесли, все вещи. Теперь нужно это все стирать. Одежда у тебя есть? Давай мне сразу. Чтобы я постирала. В общем, я монтировать начну с завтрашнего дня. Те влоги, которые остались, там, по-моему, даже 2 или 3 влога у нас остались, не смонтированные. Вот. И с понедельника начну уже выкладывать. Так что ждите, обязательно выйдут наши влоги, обязательно выйдет клип, все. Так что, ребят, мы будем отдыхать уже. И увидимся в понедельник. Пока.